Випадо наива випадо, шампадо наива сампадо, випадо виспаранам вишну, сампадо нараяна срити. Випадо наива випадо, шампадо наива сампадо, випадо виспаранам вишну, Сампадо Нараяна Сритихи. Гаудия Гоштхипати, Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад, Джагадгуру told, Гаудия Гоштхипати, Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, что это место – это не наше вечное место, оно все временно. Все, что тут есть в этом материальном мире, оно все временно. И здесь мы можем, не можем найти ничего постоянного. Наш ум, наше тело, все, что есть у нас, это временно, и весь мир. И те чистые саду, те, кто подлинные саду, они всегда думают о последствиях, о результате. Того, что происходит вокруг нас, что, к чему мы привлекаемся или отвращаемся от чего-то, если что-то нам противно, но чистые саду, они думают обо всем, куда они смотрят. Может, кто-то пытается наслаждаться чем-то и радуется от этого. Но чистые саду, куда бы они ни смотрели, неважно на что, они всегда понимают, чувствуют не вечность, не стабильность этого мира. Они видят, что все не вечно. Это зовется Паринам Дарша. На санскрите Бенгали это называется Паринам Дарша. Они видят последствия всего, к чему мы чувствуем влечение. Если мы чувствуем влечение к чему-то, какое-то притяжение, значит, наше внимание, оно отвратилось от абсолютной истины, вот в адрес таких каких-то вещей привлекательных для нас. И поэтому мы чувствуем страх, иначе не возникает никакого страха, ни вопроса страха даже не возникает. Никто не может причинить нам никакие беспокойства или проблемы. Это невозможно. Я вчера говорил, и вот непрерывная связь с Верховным Господом, если мы сможем обрести такую связь по милости чистой Гуру Вайшнава, то тогда мы не будем чувствовать ничего, пускай люди что хотят, то и делают, кто-то может напасть на нас, но как-то попытаться оскорбить, но Прахлад Махарадж. Можно вспомнить случай с Прахлад Махараджем. Все время Хираньякашипу пытался напасть на него, как-то скинуть с горы в океан, как-то навредить его, сжечь пытался. Отравить пытался. И все что-то как-то пытался его убить, но стабильность ума Прахлада Махараджи была уникальна. Он нисколько не беспокоился об этом, поскольку он всегда размышлял о Верховном Господе, и это скрытая формула. Благодаря которой Шрила Прабхупад и вся наша Гурварга, они бесстрашны. Будьте уверены, никто не может причинить вам никакого вреда. Кто-то что-то делает, пусть делает. Вот против меня многие люди пытаются что-то сделать, но я всегда думаю о Гурудеве. Я знаю, что он, Гурупад Падма, он очень могуществен. Он не отличен от Верховного Господа, от Шрила Прабхупады. Мой Гурудев, он научил меня тому, что я всегда должен помнить.
И я должен помнить и произносить имена Шрилы Прабхупады, Гурудева и Нарсимхадева, и тогда никакие проблемы не коснутся нас. И вот Гуру Махарадж, он научил меня этому, и та шлока, с которой я начал, также она откроет эту мистерию, мы должны помнить ее. То, что в чем опасность, что такое випат, опасность, проблема какая-то, нет ничего опасного. Единственная опасность, единственная проблема в нашей жизни то, что мы не можем совершать Кришна Баджан и помнить Верховного Господа, это единственная проблема, а других проблем никаких нет. Мы должны пытаться повторять Харинам, помнить Гуру и Вайшнавов. Есть такая формула, такой секрет, что когда вы просыпаетесь утром, только открываете глаза и начинаете свой день, то есть один секрет. Что сделать, чтобы не встречаться ни с какими проблемами? И вот нет никакой опасности, единственная проблема то, что наш ум, он отклонился от баджана. И в этом главный вопрос, и вот секрет в том, чтобы помнить Гуру, Вайшнава и Бхагавана. Мы можем вот повторять эту шлоку, но поверить в нее не каждый может. И вот здесь говорится. И таким образом мы должны начать наш день, поскольку для Вайшнава каждый день он как новое письмо. Чистые Вайшнавы, они наслаждаются своим баджаном, они чувствуют новое вдохновение, обрести какой-то новый опыт в баджане в следующем дне. Поэтому они с огромной радостью встречают каждый день. Они думают, как сделать так, чтобы Господь был доволен. И поэтому чистые вайшнавы, они всегда, когда они просыпаются, они думают, что этот день очень прекрасный, и так я надеюсь, что-то новое узнаю в этом дне. Они проживают каждый день, как будто открывают новое письмо. Bipado naiva bipado, sampado naiva sampado, bipado ho vishvaranam vishnu, sampado narayana sruti. И вот что же говорится здесь? What is spoken here in this slok? В этой шлоке. You are thinking this is your danger, big danger. Кто-то думает, что опасность. But this is not danger. Bipado naiva bipado. Но у нас опасности, проблемы — это не настоящая опасность, а счастливые ситуации в жизни, которые мы пытаемся наслаждаться, это не. Наслаждение там, подлинного наслаждения нет. Как смотрите, Кунти Деви, когда они обрели независимость вместе с Юдхиштхир Махараджем, то Кунти начала плакать все больше и больше. Бхагаван Шри Кришна спросил, почему? Чего ж ты жалеешь? Все враги ушли, сейчас вы обрели независимость. И она сказала, сейчас началась настоящая проблема, сейчас мы можем забыть тебя. Смотрите, сейчас мы можем забыть тебя. И вот чистые вайшнавы, каков признак чистых вайшнавов? Когда они всегда находятся в связи с Верховным Господом, и если так или иначе на какое-то краткое время они потеряли связь с Верховным Господом, они думают, чувствуют себя как рыба без воды. As if a fish out of water, oh, suffocation, they cannot breathe.
И вот они чувствуют такое неудобство, как рыба без воды, и поэтому они всегда помнят о Верховном Господе. Вот в этой шлоке что говорится о Кунти Деви, она всегда признавала, описывала все это. И вот сейчас главная проблема начинается сейчас, поскольку мы можем забыть тебя. И в этом главная проблема. Забвение о Бхагаване, когда мы забываем Гуру Вайшнава Бхагавана. Пытайтесь сделать, совершать ваш баджан таким образом, чтобы он был непрерывен. Все, что вы делаете, но вы должны иметь связь с Гуру Вайшнавами и Бхагаваном, и тогда майя не сможет войти в ваше сердце, чтобы напугать вас. Майя, значит, это страх, агьян, невежество. Почему? Царь Читракету, он так боялся, почему? Почему он так страдал, когда потерял своего сына? И Нарада и Агнира пришли, чтобы утешить его. Они пришли, чтобы поведать ему Бхагават-катху, Татва-вигьяну. И если вы продадите весь мир, чтобы отплатить вашему Гурудеву, то вы не можете отплатить ему. Вы глупы, не знаете этой Сиддханты. И даже если вы продадите весь мир, чтобы отплатить Гурудеву за то благо, которое вы обрели от него, это практически невозможно. Помните об этом, и тогда вы поймете значение Гурупад Падме, великолепие лотосных стоп Шри Гуру. У нас должны быть прекрасные отношения с Гуру и Вайшнавами. И вот мой Гурудев внешне ушел из этого мира, но я чувствую, что он со мной. Он благословляет меня, любит меня, я чувствую, я обнимаю его в уме, и это чувство должно быть. Непрерывное чувство должно быть внутри нас. И вот Кунти Деви объясняет, что сейчас настоящая проблема начинается, но когда... Когда благоприятная ситуация приходит в нашу жизнь относительно наслаждения и прочего, мы думаем, что это хорошо, но это проблема, поскольку мы можем забыть. И вот когда мы забываем учение Шри Чайтаньи Махапрабху, даже то... Что учение, которое мы получаем через Рай Рамананда Самвад, это основа. Это основа, то, что описывается в Рай Рамананда Самваде. Не пытайтесь забывать это. И в чем же опасность о том, что мы можем забыть Верховного Господа? Я могу вспомнить, я могу совершать баджан таким образом, что во время оставления нашего тела мы будем смеяться, радоваться. Увидим, что Шрила Прабхупад пришел, Гурудев пришел, Бхактивинода Такур. И Панчататва пришла. Если я не смогу видеть таким образом, то что за баджан мы совершали в своей жизни? Мы должны с радостью оставлять свое тело, поскольку, когда мы родились, то мы плакали. И вот когда ребенок рождается, ребенок обычно плачет, а все остальные радуются. Но когда мы оставляем свое тело, мы должны радоваться. Мы должны совершать баджан таким образом, что когда мы будем оставлять свое тело, чтобы мы радовались, а весь мир, он сожалел, плакал у нас. Поскольку у нас есть такие прекрасные
прекрасное чувство, у нас не должно быть никакого. У нас не должно быть ни мы все, на все должны смотреть беспристрастно, не видеть друзей и врагов. Вайшнавы не все видят в связи с Верховным Господом, даже если какие-то привидения, то все же они думают, что это тоже дживатмы. Нужно помочь как-то им, чтобы они обрели благо. Привидения в таком состоянии не тоже страдают. И вот если кто-то враждебно относится к нам, то нам хорошо сделать наоборот. Мы должны дружески относиться к нему. Пытайтесь применять это в своей жизни и посмотрите на результат. Если кто-то хочет убить меня, но я никого не хотел убить, я хочу спасти всех. Если кто-то пытается что-то плохое в мой адрес сделать, и все же я думаю, что этот дживатма помрет, и если хочет убить меня, ну что делать? Ну, из-за того, что я изоблачаю его, ничего вроде плохого не делаю, просто хочу помочь ему и изоблачаю всю его грязную деятельность. Он в Майе находится, но я не должен в Майе находиться, поэтому не стоит гневаться на них, и поэтому я вот молюсь о благе, об условных душ, чтобы они освободились от влияния материи. Если вы чувствуете это, например, кто-то как-то враждебно относится к вам, но вам не нужно враждебно относиться к ним. Молитесь Верховному Господу Гурудеву о благе этих людей. И можно от их имени вспомнить, что душа в их сердце. Пытайтесь понять это чувство. Пытайтесь понять, какое это чувство. Смотрите, Удов, почему он кланялся Дурьотхане, хотя все знали, что Дурьотхан – это негодяй. Удов Махарадж не кланялся Дурьотхане. Он как кланялся, но кланялся Верховному Господу, который пребывает в сердце каждого в форме параматмы. И дживатма тоже там, и вот эта дживатма, она чинмой имеет подобное качество, как у Верховного Господа, но она покрыта майей, и это чинмой атма. Мы должны думать, что кто спорит с нами, как-то пытается что-то сделать, это душа, она имеет качество подобное Верховному Господу, и зачем нам ненавидеть эту дживатму? И мы должны предложить святые Нарисимхи от имени вот от тех, кто пытается вредить нам. Если мы будем делать так, то их сердце изменится. И также я уже сказал то, что Ними Махарадж, он задал такой вопрос: как я могу стать бесстрашным? Как я могу стать бесстрашным в этом? Главная проблема. И вот страх, он влияет на наше сердце, и мы становимся слабы. Трус, он умирает много раз перед своей настоящей смертью. Мы не должны быть трусами. Мы совершаем Кришна Бхаджан. Мы совершаем Бхаджан Гауранги, и какой страх может задеть наше сердце? Мы должны быть бесстрашными, пускай люди говорят, гавкают. И вот на собрании Ними Махараджа, когда Навайегендра пришли, то Видхарадж, он был очень счастлив. Сегодня, я не знаю, по какой великой удаче они пришли ко мне. Гуру Вайшнава, зачем они приходят к кому-то домой?
Но если они приходят, все же мы должны помнить, они приходят для того, чтобы принести нам какое-то благо. И вот Видхарадж Ними Махарадж говорит: он совершил поклонение им и начал говорить. И вот здесь Бхагаватаха — это шестой падеж на санскрите. Вы все вечные спутники Верховного Господа. И вот следующее слово, значит, Бхагаван, Верховный Господь, тот, кто Бхагават сам. Сам Верховный Господь. И те вечные спутники Верховного Господа, у них нет никаких корыстных интересов, ничего, никакой корысти. Они путешествуют здесь и там. А зачем, чтобы очистить? Чарантихи, значит, они путешествуют. Это прославление тех саду. Ними Махарадж начал говорить об этом. Следующее. Это труднодостижимое человеческое рождение. Я много раз говорил уже об этом, и после этого, так или иначе, мы можем получить это человеческое тело, много категорий есть живых существ и существ, похожих на людей, всякие обезьяны и такие обезьяноподобные. Потом, кто сознательные люди на Земле, это большая редкость, поскольку сознание — это признак человека. Этот мануш на санскрите, бенгале мануш, как его значение, вы знаете? Мануш значит человек, у которого нет сознания, какой же он человек. Сознание значит не какое-то обычное сознание. Сознание значит о временности этого материального мира, о его вечных обязанностях, о том, что ему нужно делать, то, что должна делать эта дживатма. Сознание просто наслаждаться чем-то — это не признак сознания. Это влияние майи. И вот йоги, гьяни, они как-то развивают свое сознание, но бхакти — они наивысшие. Я вернусь к этому, чтобы сделать вас бесстрашными. И вот он продолжает. Это человеческое тело, оно очень редко. И также не вечно. И в этой человеческой жизни встретить таких спутников Господа, как вы, это величайшая удача. Вайкунтха Приядаршанам, Вайкунтха Натха Бхагаван, его спутники, получить даршан и их даршан — это величайшая удача. Человеческое рождение очень редко, и это тело, но не вечно, кшана бангура. И все же это очень редко, то, что можно обрести даршан таких великих саду, как вы. Много раз я уже говорил, можете вспомнить. И вот Ними Махарадж, он задает вопрос.
поскольку и вот если есть саду-санга, пытайтесь, нужно слушать саду, а не говорить им что-то. Мы от Нарды услышали, что он в своей прежней жизни и вот Нарада говорит, я был очень умиротворен, и я был спокоен, и я с великим вниманием слушал то, что говорят саду. Не Нараджи Махарадж говорил что-то постоянно, а он слушал от них. Это история про Садан Ситху Нараду. И вот он говорил, пускай саду говорят, поскольку если мы перед саду будем что-то постоянно говорить, то это бесполезно, пускай они говорят, если они скажут хотя бы одно слово, это изменит нашу жизнь. И пускай они говорят, а какие-то вот глупцы много-много говорят перед Гуру Вайшнавами, но это неправильно. И сейчас Ними Махарадж, он задает вопрос. И вот это слово значит безгрешный, безупречный, чистый. Вы все чистые, безупречны, и поэтому. И поэтому как мы можем обрести наивысшее благо? Кшемам значит мангал. Атаха аттантикам кшемам причаму. Вы спрашиваете, как же мы можем обрести наивысшее благо, достичь наивысшего в этой невечной человеческой жизни. Асмин самсара. Асмин — это седьмой падеж. Значит, в этом материальном мире. Если мы обретем сатсангу, это наивысшее благо. Мы не должны оставлять ее, сатсанга, она очень важна. И вот мы можем обрести наивысшее благо, никто не может представить, что такое саду-санга. Даже мы можем обрести Кришна-прему, что говорить о каких-то обычных вещах. Шанардо, даже часть секунды, да, сатсанга, она очень благоприятна для нас. И поэтому он спрашивает о Бхагавад-дхарме. Бхагавад-дхарма — это наивысшая цель Шичитания Махапрабху. Он также показал наивысший путь, которому мы должны следовать, это Бхагавад-дхарма. Мы должны следовать ей совершенно, поскольку если мы следуем Бхагавад-дхарме и не обретаем никакой премы и не достигаем бесстрашия, то что же за Бхагавад-дхарма такая? И поэтому Варнашрам дхарма, садан сварупа, после этого постепенно Махапрабху продолжает кармарпун, потом садана, потом, и вот так постепенно, все дальше и дальше, Махапрабху останавливается, говорит, хорошо, поскольку сейчас гьяна шунья бхакти, я уже объяснил, гьяна шунья не значит, что кто-то должен стать глупым и не иметь никакого знания, нет. Гьяна-шунья не значит без всякого знания, а значит то неправильное знание, то смесь с гьяны, с бхакти. Гьяна-шунья
в чистой гьяне, в чистом знании не должно быть этой смеси. И Махапрабху, он хотел признать это, поскольку он одобрил это, поскольку это основа. И сейчас и вот Махапрабху одобрил все это, о том, что говорил Рай Рамананда в начале, но сказал, продолжай. И вот основа Дармана Бруто, Йоди Но, Сруете Чамам. Если мы думаем, если вы все думаете, что перед Нава-Йогендрами Ними Махарадж говорит, и вот Ними Махарадж говорит, что если вы думаете, что мы достойны, говорите, нет, он со смирением говорит, если вы думаете, что мы достойны услышать об этих вещах, то, пожалуйста, говорите. Бхагаватану, Дарману Бхагаватану, Бруто, Джодино, Суете, Чамам, Йой, Прасаньяма. И вот с помощью этой Бхагават Дхармы. Джой, Прасаньяма, Прапаннайо, Дасвати, Атманам, Опи, Айо. Already I explained. For 2-3 days. И вот я уже объяснял, что Бхагавад-дхарма – это такая вещь, что если мы будем следовать ей совершенным образом, то Бхагаван будет готов продать себя нам. И вот как же мы можем стать бесстрашными? Поскольку этот материальный мир, значит, он наполнен всякими проблемами. И решение, можете ли вы показать, что за решение? Все временно в этом мире. И любые решения, которые вы думаете, они все временно, не вечно. И всегда различные виды страха, они одолевают наше сердце, и поэтому Кави. И вот эти девять гендер, первый это Кави, он начал говорить, и вот Кави начал отвечать, твой вопрос великолепен. Слушай ответ на него. Я уже объяснил, что человеческое тело, оно не вечно. Если я встречусь с чистым саду, то и будем просить у такого саду каких-то материальных вещей, то это плохо. И вот Кави отвечает. Манне акутасчит бхаям аччутасса парамбужо упасанам атраниттам. Манне, Коби
И вот Кави, он отвечает. Ними Махарадж спрашивает, а Кави, один из йогендер, отвечает. И что он говорит? Я думаю. Я думаю, в этом материальном мире принять прибежище у Ачюты, Верховного Господа, это и совершать упасану в поклонение кратко, но упасана уже говорил несколько дней до того, чтобы сделать нашу асану перед Гуру Вайшнавами, то есть чтобы находиться рядом с Гуру Вайшнавами. Может быть, вы далеко от меня или я далеко от Гуру Махараджи, но я должен. Находиться рядом с Гурудевом, чтобы я всегда видел лотосные стопы Шри Гуру. И вот лотосные стопы Шри Гуру, значит, лотосные стопы Анантадева. Анантадев, значит, Верховный Господь. И вот можно вспомнить, я произнес одну мантру из Ригведы. И вот это значение этой мантры в том, что чистый Гуру Вайшнава не всегда созерцают лотосные стопы Верховного Господа. И вот если мы сможем созерцать эти лотосные стопы Верховного Господа, то никаких беспокойств не будет в нашей жизни. А почему всякие проблемы, беспокойства приходят? Почему мы не можем почувствовать, что Верховный Господь Гуру Вайшнава, они здесь, чтобы спасти нас? Почему мы боимся? Хотя Прахлад Махарадж говорит, смотрите, можно посмотреть на Прахлад Махараджа, он очень спокоен, хотя отец его хочет сбросить в океан, но он не беспокоится, он хотел сжечь его, но Прахлад в этом случае не беспокоился, он хотел закопать его, но тот тоже не беспокоился никак. Хотел голову отрезать, тоже не беспокоился. И я могу привести пример также Джада Бхарата. Когда Рахуган, он когда эти поклонники Кали хотели отрубить ему голову, уже все подготовили. И вот только они собрались ему отрубить голову Бхарат Махараджи. Бхарат Махарадж не беспокоился никак, не возмущался, что это сделал. Он не жаловался, не беспокоился никак по этому поводу. Гуру Вайшнавы, как Шрила Прабхупада Бхактивинода Тхакур, они также они не действуют как гуру, и поэтому они говорят нам, что нужно делать, что не нужно. Они вынуждены говорить так, иначе они парамахамсы. Они не видят никаких недостатков ни в ком. Они говорят все это для нашего блага. И вот когда чистые гуру Вайшнавы говорят как-то жестко, то они не несут наказание за это, поскольку они говорят благодаря своему смирению Тринадапи Бхаве. Из-за их любви, заботы, но чтобы избавиться от беспокойств, мы всегда беспокоимся обо всем. Но смотрите, Прахлад Махарадж или Бхарат Махарадж, они не беспокоились, поскольку они знали очень хорошо, что они живут ради Верховного Господа и умрут ради Него, и поэтому что беспокоиться?
И поэтому чистые гуру вайшнавы могут как-то жестко писать, говорить, но это не их. Это не нарушит их тринадапи бхавы. А если вы думаете как-то негативно, то это оскорбительно. И вот когда они говорят жестко, это их тринадапи бхаву не нарушает. Same thing, na? As Prahlad Maharaj speaking. Tat sadhu mannehi asura varjadehi nam sada samudvigna dhiyam sadgraham idvatva patam griham andakupam banangat hayar harimasray. Same thing, na? Prahlad Maharaj speaking. In front of Hiranyakasipu. И вот Прахлад Махарадж говорит то же самое перед Хираньякашипу. О, царь, не царь, а о лучший из демонов. Я думаю, что очень хорошо отправиться в лес и медитировать на лотосные стопы Верховного Господа, совершать баджан ему, чтобы избавиться от всех проблем, от всех беспокойств и от всего временного. Shada samad vigna dhiya masad guruha, asad guruha, asad guruha. Maharaj, my Saturn is very bad. I'm going to lose all my money. Please. И вот здесь слово асад граха есть. It's not the prayer we should make in front of Guru Vaishnava. То есть молиться Гуру Вайшнавам о том, что у нас там планеты плохо стоят, то все о всяких материальных вещах, это нехорошо. Но помня Шрилу Прабхупаду, ничто не может убить нас во всем мире. Если мы будем помнить Шрилу Прабхупаду, то никакая сила в этом мире не сможет навредить мне. Пускай попробуют и посмотрите на результат. Я бросаю вызов. Пускай они делают, с какой-то вред попытаются принести и посмотрят, что из этого выйдет. У меня нет никакого желания. Почему? Никакой корысти, только и только из-за любви. Я люблю вас всех, и поэтому я говорю так. Многих я даже не видел, но вот кто-то пишет мне письма, и это задевает мое сердце, я не знаю как. Но оно тает, слыша ваши слова. И вот таким образом, когда Прахлад Махарадж говорит, я думаю, что сконцентрироваться на лотосных стопах Верховного Господа. Эта материальная жизнь полна проблем, полна беспокойств. Кто-то боится всяких звезд, планет, что там Сатурн или Венера, там, или еще что-то плохо стоит. Но если мы будем думать о лотосных стоп Гуру Дева, то все образуется само собой. И вот таким образом Прахлад Махарадж, он полностью спокоен. Он знает, что без воли Верховного Господа ничего не случится. Если кто-то занимается какой-то черной магией, колдует на кого-то, это тоже косвенно по воле Верховного Господа, чтобы проверить нашу стабильность, а что они могут сделать. Если вы будете думать о лотосных стопах Шрилы Прабхупады, Гуру Дева и Нарисимха Дева, то кто что может сделать вам? И поэтому Кави, он отвечает так же, как и Прахлад Махарадж. И вот чтобы стать бесстрашным, мы должны следовать этой процедуре. Почему вы беспокоитесь, поскольку у вас есть такая дуальная концепция, двойственность? Шрила Прабхупад говорит, люди боятся, поскольку они, их разум не достаточно велик. И вот Шрила Прабхупад говорит об этом. И сейчас мы вернемся к Рай Рамананда Самвату.
И вот Шрила Прабхупад говорит, что обычные люди, может, они пытаются совершать баджаны хорошо, но быть хорошим или плохим — это не столь важно. Главное, кто и как может и как долго может сконцентрироваться на лотосных стопах Гуру Вайшнава и Бхагавана. Любая связь с Гуру Вайшнавами и Бхагаваном, она не принесет никаких проблем. Но если вы, если у вас будут какие-то отношения, дружба с какими-то посторонними людьми, то одни проблемы возникнут. Если вы так связываетесь с какими-то материальными людьми в этом материальном мире, то одни проблемы в дальнейшем возникнут из-за этого. И вот вы уже знаете, и также завтра я буду говорить об этом. Тават мамо ити ашат авапра артимулам джаван нате ангри мавайам прабхарита лобха. I can discuss this slok tomorrow. Я завтра буду говорить об этой шлоке, но можно вспомнить, я уже сказал, что объяснение Бхагавад-дхармы в том, чтобы обрести все сознание, вернуть его, которое мы потеряли. И для этого нужно следовать Бхагавад-дхарме. И вот мы должны помнить, что Бхагаван, Верховный Господь, для глупых людей, Он предписывает. Вот один преданный из Испании спросил, что в каких-то Раджа и Тамагуна Шаста говорится. Но смотрите, Бхагаван, Он беспристрастен. Даже мать, идеальная мать можно найти. Если один младший сын очень беден, вот работает электриком, например, мало зарабатывает, но все же, я уже говорил пару лет назад, этот пример практически приводил. И вот эти родственники его стали всякими докторами, учеными, но младший брат электриком работает. Ну, в общем, что-то с работы у него плохо, денег мало, живет бедно, но мать его, которая живет с этим, с богатым сыном, она каждый день, когда эта мать ест, она когда ест, думает о своем младшем сыне. И вот мать плачет и думает, что вот я ем хорошо, но как там мой этот младший сын поживает? С работы плохо, даже на хлеб не хватает. Но смотрите, такая забота всегда в сердце матери. Но это должно быть, поскольку без любви, как мы можем помнить саду, саду тот, кто готов обнять весь мир, и он и есть саду. Если Шрила Прабхупад говорит как-то жестко, ну что плохого в этом? Саду, он всегда хочет принести наивысшее благо нам. You know?
И вот все послания, которые мы получаем от Верховного Господа Бхагавата, мы получаем все это от Него, все Его послания. Верховный Господь всегда думает, что не каждый на уровне сатвагуны кто-то приезжает сюда совершать харибаджан. Я знаю, кому-то тяжело в индийской смысле. Но те, кто избавляются от тама раджа-гуны, это хорошо. Но смотрите, даже сатва-гуна, она опасна. В Гите Бхагаван говорит, что сатва-гуна, она тоже обуславливает. Чувство счастья может возникнуть сатвы, но это тоже обусловленность. И Бхагаван, он очень милостив. И для падших душ что делать? Бхагаван, он организует какие-то тама-шастры, через которые, по крайней мере, они смогут возвысить себя и думать о Шанкаре. И вот такие люди курят всякую марихуану, но и поклоняются Шанкару. Но когда они узнают, что Шанкар, он лучше из вайшнавов, они изменят свое настроение. И таким образом, тама-шастры, они тоже должны быть. Я уже сказал, кто-то не все могут помнить, но есть шесть раджасических шастр пуран, шесть тамасических и шесть сатвических. И среди них Шримад Бхагаватам, она абсолютно, она превыше всего, поскольку нет никакого осквернения. Все же вы спрашиваете, я должен ответить. И таким образом вы можете обнаружить, что Бхагаван беспристрастен. Он думает как о нас, так и о вас. И для мусульман Верховный Господь, Он один, и мусульмане Его Аллахом называют, христиане Богом, а кто-то еще как-то, и вот в Веданте есть такая шлока. И таким образом такое разделенное чувство, в общем, согласно уровню и людей, они выбирают свою дхарму, религию. Но опять же, мы не можем ожидать какого-то удовлетворения в их жизни, поскольку они, вот кто-то чувствует тама-шастры, кто-то раджа-шастры, но если они обретут беспричинную милость Гуру Вайшнавов, то в этом не проблема. Тогда вот в моей жизни один Махарадж там был, он был ученик Шрилы Госвами Махараджа, я думаю. Забыл, как зовут его. Он пришел, он тамасик пуджу. Может, Госвами Махарадж или еще кто там новый мат построил. И вот он. With red clothes and everything, Jai Tarakkari is coming in the temple. Maharaj, I like to get some prasadam. И вот он приходил в храм, кричал Джая Таракали, просил просада, его просадом кормили, потом он в дискуссию вступал, спрашивал, что и как. И вот потом он изменил свою жизнь, принимал чарнамриту, прасад, и в итоге отказался от этой красной одежды, поклонников Кали, оставил всю эту практику и предался преданным, попросил мантру, и вот он получил харинам, и в итоге стал великим саду.
То есть, опять же, не знаю, это пример показывает, что те, кто следует тамагуни, не значит, что они вечность будут тамагуни следовать, они какое-то благо обретут, будут развиваться, выше и выше развиваться, и могут так стать преданными. И вот я уже говорил, Бхагавад-дхарма – это такая дхарма, что я надеюсь, вы получили ваш ответ. То есть это все есть, но мы должны следовать Бхагавад-дхарме. Это наивысшее, но такое, это разнообразие, такой порядок должен быть. То есть не все могут следовать Бхагавад-дхарме вот прямо сейчас. И вот Бхагаван, он дает прекрасное наставление всем нам. И Бхагаван Атхоксаджа, Верховный Господь для глупых людей, невежественных. И вот из Рай Рамананда Самвата мы видим, что как постепенно Рай Рамананда, он отвечает на его вопросы, и в итоге он там говорится, какого уровня мы должны достигнуть, и о Бхагавад-дхарме я уже сказал. Это зовется Бхагавад-дхарма, если я принимаю прибежище в этой Бхагавад-дхарме, если я, и вот приняв прибежище у Бхагавад-дхармы даже с закрытыми глазами, for this society as a social member, what is my duty for this family as a family member, what is my duty, this kind of, all I can show, I need not. Sarva dharmanam pratyajya mam ekam saranam gajo, aham tam sarva papebhyo mokshayishyami masu. That is the beginning of Bhagavad Gita. And same thing is me, you need not. И вот в этой шлоке описывается начало Бхагавад-дхармы. И вот если кто-то примет прибежище у Бхагавад-дхармы, но оставит все свои обязанности, то тогда, следуя вдохновению, которое дает Бхагавад-дхарма, все эти оставленные обязанности, они не будут грехом, и никаких негативных последствий не возникнет. И вот различные проблемы могут прийти, но они не будут задевать его сердце из-за его такой стабильности в его жизни. Даже если такой преданный будет идти с закрытыми глазами и оставив свои внешние обязанности, то с ним ничего не случится. И он не падет. И вот такой человек, который принял прибежище у Верховного Господа, то с ним ничего плохого не будет. И таким образом мы можем получить ответ, и также Гуру Махарадж говорил, я хочу обсудить ее, и после этого вернусь к началу. Суре-тарайо-рева кинкара. И вот Гуру Махарадж, он часто повторял эту шлоку. Различные правила предписания, которые описываются в Хари Бхакти Виласе, не всех можем помнить, столько разных правил и предписаний строгих, как чему следовать.
Но если у нас будут прекрасные отношения с Гуру Вайшнавами, то мы получим силу от них и сможем следовать всему. И вот Гуру Махарадж повторял эту шлоку из Падмапураны о том, что... И вот суть этой шлоки в том, чтобы... То, что суть всех правил — помнить Верховного Господа все время, помнить Его лотосные стопы. А суть всех запретов в чем? Мы должны помнить о том, что мы не должны забывать Верховного Господа. Это суть всех запретов. Чтобы не забывать Верховного Господа, а суть всех правил, чтобы всегда помнить. Никогда мы не должны забывать Верховного Господа. И вот все эти витхи нишеды, правила и запреты, что нужно делать, что не нужно, они все для того, чтобы помнить Верховного Господа и не забывать Вишну. Гуру Махарадж говорил это и смеялся. И вот таким образом мы должны помнить, и согласно этому мы должны продвигаться дальше без всякого сомнения. И вот в Хари Бхакти Виласе мы находим эти запреты. И вот мой совет, мы должны развить шаранагати. Если у нас есть шаранагати, то вопрос страха, он не возникает. И вот в киртанах Шрила Бхактивинода Тхакур пишет таким образом, что я предлагаю все, что мне есть. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, когда наше самопредание совершено, мы чувствуем себя как ребенок на коленях матери. Когда Бхакти Деви, она сажает нас на свои колени, то мы чувствуем себя как ребенок, который находится полностью под защитой матери. И тогда ему уже нечего бояться. И вот таким образом Шрила Бхактивинода Тхакур, он в этом киртане говорит так. Но проблема то, что мы не только не поем киртаны, но и не слушаем их. Есть много прекрасных киртанов, которые написаны махаджанами, исполнены махаджанами. Мы должны непрерывно слушать их. И вот в этом киртане Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что я предаюсь твоим лотосным стопам, и после того, как я предался, я избавился от всех проблем, беспокойств. Я сейчас подобен твоей собаке, я живу у твоих ворот и охраняю тебя. Я вот как стражник на воротах. Is my property, building, bank money, never think, caretaker, we are all caretaker, all property, Bhagavan, we are
only caretaker. If you can grow this kind of feeling, all problem gone. No, nothing can stay in your life. So try to remember this loka. И мы как, вот в этом в Киртане говорится, что мы как 100 сторожа, которые сторожат имущество Господа. Gopiyota was speaking, Prabhu, I submit everything unto your lotus feet. Now there is no tension, no anxiety. И вот в другом киртане также Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что после того, как он предался полностью Верховному Господу, то он видит только все хорошее, благое, блаженство по всем сторонам. И вот то, что благоприятно или неблагоприятно, мы должны помнить об этом. Мы должны помнить, что даже какие-то великие люди, они тоже могут запутаться и совершить ошибку, не поняв, что благоприятно, что нет, очень тонкая грань между анукулом и пратикулом. То есть то, что благоприятно для бхакти, и то, что неблагоприятно. Очень тонкая грань. И даже бывает иногда, что на 0,1% это благоприятно, а чуть больше или меньше уже неблагоприятно. И таким образом мы должны узнать это все от гуру и вайшнавов, понять, что такое анукулы, что такое пратикул. Это очень такая... Это такая техника баджана, гуру вайшнава, они очень осторожны, они знают, что, какова причина рабства и какова причина освобождения, они знают, что, когда и где нужно говорить, они очень осторожны. И вот первое, то, что благоприятно для Кришна баджана, они принимают, то, что неблагоприятно, они отказываются от этого. Мы должны верить, то, что Верховный Господь, Он наш защитник, Он защитит нас, пускай люди придут и нападут на нас, но я не изменю мои сиданты, моего вичара, это обязанность Верховного Господа, поскольку я служу Ему. Моя харикатха – это не инструмент сбора денег, славы. Даже если один человек в мире, он будет слушать меня, то я буду очень доволен. Я не ожидаю, что весь мир будет слушать меня, поскольку не все могут принять и осознать. So I cannot expect thousands of people can hear this Harikatha. Not that, not for getting popularity. И вот чья удача достаточно велика, они могут понять то, о чем я говорю. To do seva? After that, no. This much seva, whatever, you know, for the seva need, this much. After that, this is what I can do. And I'm leading my life this way. All, no problem in my life at all. You know. Но преданные домохозяева, которые в уме хотя бы предлагают все Верховному Господу и... Но эти домохозяева... Домохозяева, они что-то должны копить, накапливать для поддержания своей жизни, но саньяси, они не должны заниматься накопительством ни под каким девизом.
как поддерживать какое-то духовное общество. Если мы думаем о Верховном Господе, у нас мы достаточно искренне, то Верховный Господь, Он покажет нам, что и как делать. А если кто-то думает, что может сам все делать и не надеется на Верховного Господа, то Господь и не будет помогать. Касмат бхаджанти кавайо дханадур маданьян. Who is speaking? Шукдев Госвами. И вот это, эти слова сказал Шукдев Госвами. Почему эти люди, они... листят каким-то материалистам. Почему? Они разве не знают, что Верховный Господь, Он может организовать все? И для этого не надо листить кому-то. Если Прабхупад Гурудев со мной, кто же меня остановит? И поэтому Шукадев Госвами говорит эту шлоку. Почему эти саду, они льстят каким-то богатым людям? Какой смысл? Эту шлоку я попозже объясню. И вот мы должны думать, что Бхагаван, Верховный Господь, Он, несомненно, спасет нас. Шрила Прабхупад говорит, без этой веры, то, что Верховный Господь, Он наш высший защитник. Мы без этой веры мы не сможем говорить об абсолютной истине, абсолютным образом. Это невозможно. До того момента, пока мы не возвысимся на тот уровень, что не сможем полностью зависеть и иметь огромную веру в Верховного Господа. Как вот Махарадж, он однажды пошел к Шриле Бхактивиджан Бхарати Махараджу и показал то, что он хочет напечатать и опубликовать, то Бхарати Махарадж сказал, чтобы вот Бабаджи Махарадж это печатал и заверил, что никто не может ему навредить, если он это опубликует. Но это... И вот Махарадж публиковал какие-то протестные эти письма, но они должны быть, поскольку если их нет, то смысл Виша Вайшнава Раджа Сабхи теряется, если каждый будет заниматься любой ерундой под именем Тринадапи. Это неправильно, и такие люди, они враги общества. И иногда случается, что какие-то глупые люди поклоняются таким людям, которые являются врагами Виша Вайшнава Раджа Сабхи, но, опять же, некоторые достаточно глупы, что не могут понять, кто саду, а кто нет, и что я могу сделать с такими людьми. И Кришна защитит меня и поддержит. Так или иначе, я делаю что-то, как-то все приходит само Кришна, Он поддерживает меня, Гуранга, Он помогает мне. В моей жизни я всегда экономлю, но недостатка просада никогда не было. И вот
я еще бывает так все, очень часто, что люди очень, очень много одежды дают, что некуда девать ее. И вот я вынужден раздавать одежду, которая ко мне приходит, поскольку физически не могу всю ее носить. И Кришна заботится обо мне, что мне есть, где жить и все прочее. Я могу предаться лотосным стопам Кришны. И у меня не должно быть никаких отдельных желаний в моей жизни. Это зовется Атма Никшепакар. И вот чувство Тринадапи зовется вот так, Карпа, как-то так, не расслышал. И вот Арджуна говорит Кришне такие слова. И Арджун говорит перед Кришной: «Я предаюсь тебе, и, пожалуйста, научи меня». И такое чувство, и вот это Арджуна говорит, что я кшатри, ко мне приходит такое чувство, которое не должно быть во мне. Это вот кто-то может говорить о ненасилии и стать национальным героем, но человек по факту глупцом может быть, понимаете, о чем я говорю. Эти люди, некоторые люди очень хитры, что под именем ненасилия просто прославляются. Но что значит подлинное ненасилие? Есть некоторые обманщики, совершают, приносят много проблем для Индии, Бхараты, но они в то же самое время поклоняемы обычными людьми. Так часто можно видеть, что сейчас многие, не то что многие, большинство каких-то людей пытаются одурачить других. Вот, например, с ненасилием вроде бы хорошо все, но когда нужно защищать страну, то вопрос ненасилия неуместен. Как природа кшатрия сражаться. И если кшатрия будет думать о ненасилии, это нехорошо с его стороны. И вот Арджуна на поле боя, он также, к нему начали приходить такие мысли. Кто-то может сказать, что Арджуна не преданный, раз ведет себя так, но Арджуна он преданный, но чтобы явить такую лилу, он вот явился в форме кшатрия, чтобы мы обрели гиту и И вот есть шестисложная шаранагати. Если мы будем следовать всему этому, то Кришна не сможет не следовать нам, не слушать нас. И вот это шестисложная шаранагати, шаранагати, оно одно, но у него есть эти ответвления, разделы различные. Если мы всему будем следовать, то Кришна не сможет не слушать нас. Кришна, он будет вынужден слушаться нас. Шринанда Кумар, Бхагаван Шри Кришна или Шри Кришна Чайтанья, они следуют тому преданному, который показывает свое полное шаранагати.
которая полностью предается. И вот есть много различных тем, мы должны... И вот, вот это все обсуждать времени не хватит. И вот смотрите, Рай Махасой в итоге говорит Шри Чайтанья Махапрабху, поскольку Махапрабху, я эту шлоку вчера объяснял. With nice association, with good association, with very nice association, with sadhu sangha. С саду сангой, прекрасным общением, благодаря которому бхакти является в сердце человека. И такое бхакти благоприятно для меня, я хочу обрести его. И когда мы обретаем бхакти благодаря сатсанге, и это бхакти я хочу обрести. Кто-то может пытаться что-то делать тысячи лет, но бхакти мы можем обрести только от саду, подлинного саду. И вот здесь сарвасиддхи значит, что мы можем обрести нектар бхакти, почему мы совершаем садусангу, почему мы хотим совершать бхагаватсеву, поскольку мы хотим обрести больше и больше нектара. Мы совершаем садусангу, чтобы обрести бхакти, а совершаем бхакти, чтобы обрести больше садусанги. Садусанга – это великое благословение в нашей жизни. Без нее не может быть рагануга или рупануга бхакти. И вот Кришна говорит перед Удавой такое бхакти, которое мы обретаем благодаря сатсанге. Она очень благоприятна для меня. Я очень люблю его. И если кто-то будет использовать свои личные усилия, попытки для обретения вот этого всего перечисленного, public benefit, we can do, make a pond for public to drink water, again, ishtapurti, I can make well, dakshina, donation, different kind of bhav I can take in my life, Вот кто-то делает что-то полезное для общества, или еще что-то, кто-то яги совершает, кто-то ходит по святым местам, принимает там омовение в святых водоемах, но это все не удовлетворит Кришну. То есть это все такие благочестивые деяния. Люди что-то делают, но это все оно не удовлетворяет Господа так, как... Так как чистая садусанга. И вот здесь Сарвасиддхи Вишвана Чакравати Пад говорит. Вот Бхактивинода Тхакур говорит здесь, что Сарвасиддхи значит, что даже Кришна Прему мы можем обрести очень просто. И что говорить о каком-то богатстве? Я могу служить лотосным стопам Парамхамса Гуру Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махараджа, чтобы просто обрести какие-то деньги, как равана, это глупо. И поэтому я говорил о том, что вот эти Вритрасуры, еще кто-то, они обрели бхакти, потом
Прахлад и еще кто-то благодаря общению с Нарадой обрели бхакти. Потом Бали Махарадж благодаря общению с Прахладом Махараджем обрел бхакти. И вот и остальные тоже, общаясь с какими-то саду, они обрели бхакти. И вот Кришна говорит, они не ходили в Гурукулу, не знают ничего, не принимали обетов, не совершали аскез, не слушали Шрути. Не изучали Веды. Не принимали прибежище у кого-то. Ну, имеется в виду гуру. Не изучали шастр, не соблюдали врат, не брали обетов, не совершали аскез. О, Удав, только благодаря сатсанге. Только благодаря сатсанге они все достигли моих лотосных стоп, достигли успеха благодаря той преданности, которую они развили, которую они обрели благодаря сатсанге. И таким образом все они достигли моих лотосных стоп. И поэтому будьте очень осторожны с сатсангой. А если вы под именем сатсанги совершаете асатсангу, это очень плохо. Иногда кто-то совершает сатсангу, иногда асатсангу, это тоже плохо. А сатсанга значит избегать асатсанги полностью, иначе ваша сатсанга не настоящая сатсанга. Вы не понимаете славы сатсанги. Сатсанга значит то, что вы должны избегать асатсанги полностью. Это должно быть естественно. Если вы совершаете сатсангу, то разовьете такое видение, благодаря которому вы можете избегать асатсанги. Я уже сказал, что вы можете обрести бхакти. Я обсудил три вида бхакти: садан бхакти, бхава бхакти и према бхакти. Эти три различные бхакти, они есть. А какую бхакти мы имеем в виду? И вот садан бхакти, насчет садана бхакти в Хари Бхакти Виласе.
И вот в Расамрита Сингху и Хари Бхакта Виласе, и там можно найти много видов этих руководств, но я сейчас говорю о Шришри Бхакти Расамрита Сингху в первой части Пура Вибхаги, и там Рупа Госвами Пад говорит. Крити шадда бхавет саддо бхава ша садана вида нитто сиддасу бхавасу пракаттам крити саддо. You understand? But I say, this is called actually садан бхакти. И вот это зовется садан бхакти. Садан бхакти значит саддо бхава ша садана вида. Нитто сиддхасу бхавасу пракаттам иди саддхата. So I have to try to understand. Крити саддхава саддхо бхава ша садан абида нитто сиддхасу бхавасу пракаттам иди саддхата. So what do you mean? When саддхабхакти бхактивинода тхакур. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, когда садан бхакти, значит вайтхи бхакти, и это садан бхакти может быть разделена на две части, это вайтхи бхакти и рагануга бхакти. Вайтхи бхакти, она исходит из наставлений шастр, правил предписаний, наставлений шастр вайтхи бхакти. И страх может быть там, но Рагануга Бхакти, она естественная, никто не может никого научить Рагануга Бхакти, мы не можем открыть какую-то школу Рагануга Бхакти, это невозможно. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что это невозможно, Рагануга Бхакти, она естественна и спонтанна. И я уже говорил, что то влечение, которое те, кто сиддхабхакты, если мы чувствуем вдохновение совершать служение, как они, как Лалита Вишака и Кундалата и прочие гопи, Рупа Манджари, Лати Манджари, или Сидам Судам Васудам, или Нанда Ясуда Баба, различными этими. И вот их настроение служения, какое дарует нам более, больше радости, вот это вдохновляет нас на совершение того или иного баджана. И вот Рай Махашой, он уже открыл эту мистерию, это сокровенное, и таким образом сегодня я достиг, мы дошли до этого уровня. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур объясняет крити саддхо. Вот эта шлока в Амрита Прабхавабхаше читание Чайтамрити есть. И вот когда саддхана наш баджан, когда это может быть видно в применении с помощью наших органов чувств, крити, с помощью индри этих органов чувств, хотя мы знаем, что обусловленная душа и ее обусловленные органы чувств, они тоже обусловлены, ум обусловлен. Но что делать? Но под руководством чистой Гуру Вайшнавов мы можем пытаться слушать Харикатху, и тогда мы будем, сможем говорить Харикатху, пытаться что-то делать, и таким образом вот эта шлока Самрита Прабхавабхаши там ну, в общем, когда этот садак в свои все органы чувств займет служение, то это будет его саданой такой практикой бхакти. Бхакти, она вечна. Бхакти – это естественная функция дживатмы.
Джива Госвамипад пишет также относительно Джива Сварупы. Я говорил, Сварупе Дживы, Джива, она настолько мала. Бхатха Джива, она не... не получает помощь Сваруп Шакти, и если нет поддержки Сваруп Шакти, то как мы можем обрести бхакти? Есть процедура определенная, и вот хотя бхакти — это естественная функция нашей души, но поскольку дживатма всегда, Бхагаван говорит, что все души дживатма — они его мельчайшие частицы. Они амши, они его части. Но когда Бхагаван, он и вот Верховный Господь, у него тоже есть бхакти, как, да, есть Бхагаван, он также имеет бхакти. Если бы у Бхагавана не было бхакти, почему бы Бхагаван служил бы преданным? Почему бы он служил лотосным стопам Радхарани? А Бхагаван делает потому, это, что он отвечает нам взаимностью. И вот он отвечает взаимностью на то настроение, которое мы, с которым мы обращаемся к нему. Бхагаван, у него тоже есть бхакти. Он бхакта-бхактиман. Бхагаван, он бхакта-бхактиман. Бхагаван, он имеет любовь ко всем преданным и поэтому хочет что-то сделать, какое-то служение для них. Даже Кришна, он хватает Радхарани за ее лотосные стопы. Пожалуйста, прости меня, я совершил вот какую-то ошибку. И вот он просит прощения, без тебя, как же я могу жить? И вот поэтому это показывает, что Бхагаван, он также бхактиман. Бхагаван, он не логичен, а имеет трансцендентную логику, а мы знаем, что обычная логика не может стоять на пути к Абсолюту, но это в этом случае трансцендентная логика. И вот если мы вспомним, что все дживатмы, они исходят из Верховного Господа, они его частички. И я уже говорил, что Бхагаван, он бхактиман, у него есть бхакти. И естественно, Шрила Бхактивинода Тхакура пишет, что все дживатмы, и Шрила Прабхупад говорит об этом, что бхакти — это естественная функция души. Но сейчас ситуация такова, что живы очень слабы, что они не могут обрести милость Сваруп Шакти, а без, не обретя милость Сваруп Шакти, никто не может обрести бхакти. Поэтому все дживатмы, перед тем, как обрести милость Сваруп Шакти, они ведут себя так, как будто у них вообще нет бхакти. Джива Сварупы, Сварупа Дживы, пытайтесь понять очень. Вот тут, бхакти — это естественная функция души, она должна была бы совершать бхакти, но почему не совершать? Чтобы обрести бхакти, нужно зависеть от саду, гуру и вайшнавов, а не посланники, то есть Сваруп Шакти не могут это раздать нам, и тогда мы обретем бхакти. И поэтому обрести бхакти не так просто. Все дживы, обычные дживы, они обделены бхакти. Но возможность есть, потенция, вероятность, возможность, если не было бы возможности обрести, вот, например, если невозможно обрести сливки из воды, но вероятность, но возможность обрести сливки из молока есть, поэтому пахтают молоко, а не воду. И вот если мы будем пахтать молоко, то поскольку там есть такая возможность, что мы обретем сливки благодаря пахтанию масла, и также дживы. И вот Шрила Бхактивинода Тхакура говорит, it is called Sadhan Bhakti, when Sadhan
Вот садана бхакти – это когда садак, находящийся на пути бхакти, с помощью своих органов чувств пытается сделать лучшее, что может, и называется садана бхакти. Бхакти, оно трансцендентно, но все же они пытаются что-то сделать. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, есть вероятность, возможность. Нитья Сидда Бхава, внутренняя Бхава, вероятность, возможность обрести бхакти есть. И Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что эти дживы, они чит, частички чит. Они подобны лучам солнца, как лучи исходят из солнца, так и Кришна, он духовное солнце, а мы его частички. Кришна, он Анандамой, и но он, но поскольку мы покрыты майей, мы потерялись, и чтобы вернуть это изначальное состояние, поэтому здесь говорится, что вот эта бхава, это вероятность обретения бхакти, она у нас уже есть, но чтобы это было проявлено, это зовется садхьята, иначе, то есть мы можем вернуть это бхакти, которое у нас было. И вот мы должны понять очень сокровенно это, то, что так или мы должны зависеть от Гуру и Вайшнава, чтобы обрести чистую преданность. Чтобы обрести чистую преданность, мы должны зависеть от преданных. И поэтому Рай Махашой после вот этой шлоки и вот основа сейчас подготовлена, основа бхакти-йоги подготовлена, Махапрабху, он одобрил это, и вот можно продвигаться дальше, и Рай Махашой говорит другую шлоку из Падьявали. Рай Рамананда Рай Крита в этой книге, эта книга написана Рупа Госвами, а эта шлока изначально Рамананда Раем написана. Он написал Джагнат Хвалабхнатаку и прочие книги, написанные Рай Махашоем. И какие-то люди занимаются только политикой, но это для бхакти никакого толку не несет. Вот в Варанаси есть этот Бенаревский хинду университет и прочие. Они говорят, мы... И вот говорят, что у них нет ни одного даже гаудия студента, который может изучать Гаудивиданту. Такая вот плачевная ситуация. А поэтому Рамануджа Веданту изучает, поскольку на Гаудивиданту нет этих преподавателей, этих учеников. И вот такая плачевная ситуация сейчас. Даже во всем Гаудивайшнавском мире кто же заинтересован узнать все это? Многие относятся легкомысленно к этому. А если кто-то пытается делать что-то полезное, часто находятся такие люди, которые как-то пытаются предотвратить их действия. Kushpanna, very nice people. Martin, very good.
И можно видеть, что сейчас матхи часто превращаются в какие-то эти ну, что-то похожее на ресторан, просто забегаловка какая-то, что вместо матха куматха получилось. Такой общественный туалет получается. И вот Гуру Махарадж говорил, он так много написал, но Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж об обязанностях Матхаваси и прочее, прочее. Он очень много написал, но кто читает это? За всю жизнь я не могу закончить и читать его все книги. Но кто это читает? И вот он написал статью «Матхаваси Картавья», обязанности Матхаваси, а вот если... Те, кто живут в матхе, не делают, что, им что они должны делать, то получается, что это никакой не матха. И вот Рай Махашой. Он продолжает говорить о Бхакти. И вот любые садхану, которую мы совершаем, ее цель — это бхакти. И в Падьявале Рай Рамананда, он приводит оттуда шлоку. И Бхарати Махарадж очень часто произносил эту шлоку. Javat khudasti jatare jatara pipasa tavat sukhaya bhavato nanu bhakshapeyo. If I am not hungry, if I am not hungry, I cannot feel your chest. Не чувствую никакого вкуса к еде. If there is hungry exchange, very hungry. А если у нас есть какой-то голод, чувствуем голод, жажду. И вот Рай Махашой приводит пример, то, что этот пример применим, когда человек очень голоден мучаем жажды. И вот если он добирается до какой-то еды, очень счастлив что-то поесть хотя бы. И вот когда наедается, я вот об этой шлуке также говорил. И вот когда мы голодны, едим какую-то еду, и то есть мы наедаемся, чувствуем чувство голода, радости, поскольку мы наелись просада, чувствуем какое-то удовлетворение. И таким образом Рай Махашой приводит пример. А если мы не голодны, то не чувствуем такой радости при виде какой-то еды или просада. И вот также Артха Банду. Когда мы поклоняемся Бхагавану, мы должны это делать с любовью. Бхагаван, он не заинтересован, чтобы есть рис дал, или цветы, или еще что-то, а он принимает нашу любовь, наше чувство, с которым мы подносим ему что-то. Вот как в этой шлоке говорится, патрам фалам пусфам тоям, что Господь принимает
любое даже скромное подношение, просто воды, цветка достаточно для поклонения Господу. И Вишванатха Чакраварти говорит, что Бхагаван, он очень доволен, когда преданный с огромной преданностью, огромной любовью предлагает ему что-то. И даже если просто кто-то подносит ему воду и цветок, то Господь доволен этим. Однажды Видурани, жена Видуры, она предлагала Кришне. Когда Кришна пришел к ним домой, она была настолько вдохновлена, что начала кормить Кришну козырой от бананов, а бананы выкидывать. И Видура, когда пришел, начал возмущаться: «Что ж ты делаешь? Чем же ты Кришну кормишь?» И Кришна засмеялся и сказал, и эта жена Видуры тоже была шокирована, что все делаю. Но Кришна сказал: «Не беспокойтесь, я не ем ни бананов, ни кожуры от бананов. Я принимаю бхакти, любовь, то чувство, с которым вы мне это предлагаете, и гуру вайшнавы также». Когда они видят чувство бхаву, прекрасное чувство внутри нас, они поддержат нас, что это бхава увеличится. И мы получим поддержку от них. И вот таким образом, если есть према, любовь, когда мы поклоняемся им, и когда мы поклоняемся Верховному Господу, когда вот Артхабандху, если из-за нужды поклоняемся, то это одно, а если с любовью поклоняемся, то это совершенно другое. И тогда сердца гуру и вайшнавов, они плавятся буквально от нашей любви. И вот эта шлока, она произнесена о Видхи Бхакти. Видхи Бхакти также без премы нету. Стабильности в этом, но о према бхакти я также говорил из-под дьяволи, из рай, о том, что этот рай Рамананда написал эту шлоку, и Рупа Госвами цитировал ее из-под дьяволи. И таким образом мы обрели указание на Видхи Бхакти с помощью этой шлоки, а другое, которую я цитировал много раз, и что это за шлока? Шлоки описывается Рагануга Бхакти. Без помощи Рагануга Бхакти мы никогда не сможем обрести Рага Бхакти, это невозможно. И вот с помощью этой шлоки кто-то может злоупотреблять ей. И вот здесь говорится, что с помощью Видхи Марга мы не можем обрести Кришна Прему. Но если кто-то будет злоупотреблять, это плохо, что не нужно следовать Видхи Маргу. Но это неправильно. Кто-то может даже отказаться от настроения Судамы, Шидамы, Васудамы, что тоже плохо. Их просто хотят сразу гопи стать, но это глупо все. И вот Рупа Госвами Пад, Санатан Госвами Пад, Вишванатха Чакраварти, Джива Госвами, Бхактивинода Такур, вся наша Гурварга, они говорят нам, но кто слушает? Какие-то люди не проповедуют только, чтобы обрести славу и почести от других, и что толку от этого? И вот я слышал от Гурварги, когда кто-то в
в Гаудия-матхе, это идея силы Прабхупады изначально. Он просто говорил мне, и вот эта идея пришла от Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупад говорит, например, вы входите в храм, чтобы поклоняться Радха Гопинатху, Гоурга Дадхару и прочим. И вот после поклонения вы пришли, я спрашиваю вас, поклонялись ли вы, да? И что за поклонение вы совершали? Вот там Радха Гопинат, Гоурга Дадхару, то и то, вот поклонялись им. Шрила Прабхупад говорит, нет, вы пришли в храм, вы совершали пуджу Кришна Радхарани, вроде бы, но ваше поклонение заключено в уровне, в лимите Лакшми Нарайны. Вроде вы Кришна Бхаджан совершаете, но это невозможно, поскольку Кришна находится на таком высоком уровне, что вот в этой шлоке говорится, что с помощью Видхи-марга нельзя обрести Кришну. Чем можно поклоняться Кришне? В этом мире нет ничего подходящего, чтобы поклоняться Кришне. Только Кришне нужна только наша любовь, према. Кришна хочет обнять нас, поцеловать. Кришна хочет обнять нас, но мы не знаем этого. И Шрила Прабхупад говорит, что вы входите в храм поклоняться Радха Говинде, я знаю, но ваше поклонение, оно заключено в уровне, ограничено уровню Лакшми Нараяны, и вы не можете возвыситься, поскольку это Айшварья Бхава, это чувство такого благоговения мешает. И когда это есть чувство такого богатства материального в смысле, премы нельзя обрести. Но это не значит, что от Видхи-марга надо отказаться и перепрыгнуть через это. Нет. Шрила Бхактивинода Тхакур пишет, и вот Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что те, кто заняты на пути Видхи-марга под руководством гуру и вайшнавов, и очень скоро они обнаружат, что развеют какую-то бхаву. Я объясню, что такое бхава, према. Из Бхактирасамрита Синдху я расскажу об этом. И в этом случае здесь описывается. Сейчас мы заняты вот в Видхи-марге, и постепенно мы обнаружим, по милости гуру вайшнава, какое-то чувство почувствуете, высокое чувство. И в этом случае вы почувствуете какое-то влечение к какому-то определенному виду баджана, какому-то служению, как шидам, судам, или кундалата, лалита саки, рупа манджари, лаванга манджари, чампакалата, это любое. Я не говорю, что вы должны следовать чему-то конкретному, поскольку много категорий, уровней под уровней. И вот, и тогда вы обретете какую-то независимость, и это према, это любовь. Это она настолько могущественна, что может принести Кришну к вам, притянуть Кришну к вам. Према настолько могущественна, Кришна может оказаться подконтрольным вам. И в этом случае мы получим какую-то независимость, но опять же это не анархизм, а просто какое-то высокое чувство, что мы захотим совершать больше и больше служения. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, мы получим это сокровище. И, в общем, мы сможем войти на путь Рага Бхаджана.
И когда мы войдем на этот путь Рагануга Баджана, то тогда Витхимарг уже не будет необходим. Когда мы войдем на путь Рагамарга, то тогда от Витхимарга уже толку не будет. Но опять же, чтобы обрести эту бхаву, читать тысячи книг мало. Но когда бхава есть, то тогда мы должны принять помощь шастры. Шастра, она не поможет нам обрести Рагануга Бхакти, но будьте уверены, Витхимарг, которому мы следуем сейчас, но так или иначе, шастра, она не может помочь нам развить Рага Бхакти. Это автоматически. Но когда вы входите на путь Рага Бхакти, то тогда можете принять прибежище у саду. И вот завтра я буду говорить об этом, сейчас времени мало. И таким образом, у Рагатмика Бхакти я буду завтра говорить, что такое према, как бхава, что значит бхава. Рупа Госвами Пад пишет в Бхакти Расамрита Синдху. Когда према сурья восходит, солнце премы восходит в нашем сердце, то тогда свет этой премы, он очистит наше сердце таким образом. Оно станет очень чистым, сияющим. И это сердце, оно очистится, и оно станет сияюще чистым, и это называется бхава. Ашоу, Махарадж, в общем, завтра объяснит подробно. И не пытайтесь нарушать процедуру баджана. И когда вы обретете бхаву, каковы признаки ее? И вот процедура, показанная Рупа Госвами, такова в этой шлоке. Рупа Госвами, он в этой шлоке описывает постепенный путь, но если кто-то хочет перепрыгнуть, то что толку? И вот когда мы обретем бхаву, каковы признаки бхавы? Как мы можем узнать, что саду полон бхавы? Как мы можем узнать? В обусловленном состоянии мы не можем чувствовать, но другие гуру Вайшнава, они могут чувствовать это, как Шрила Ваман Госвами Махарадж, Шрила Джанардан Госвами Махарадж. Они из Каракпура, они ученики Шрилы Прабхупады. Он вот родился в у этих потомков Рай Рамананды. И Ваман Махарадж мог понять бхаву Джанардан Госвами Махараджа. И Джанардан Госвами Махарадж, он тоже мог понять бхаву
Ваман Госвами Махараджа однажды, Ваман Госвами Махарадж был там, в Каракпуре, много раз. Я был там. И вот Ваман Госвами Махарадж, он был там. Бхарати Махарадж говорил однажды, Ваман Госвами Махарадж опаздывал, не мог вовремя прийти, и меня вот назначили Сабхапати за него, но когда Ваман Госвами Махарадж пришел, он был главным выступающим, и когда он пришел и спросил, как долго я могу говорить, я засмеялся, я сказал, вы главный выступающий, говорите сколько угодно, мы готовы слушать вас. И вот однажды Ваман Госвами Махарадж был с Джанардан Махараджем в храме Каракпура, я был там. И вот Джанардан Госвами Махарадж спросил очень... Так, что только Ваман Махарадж понял, а другие не поняли, что сказал Джанардан Махарадж. И вот Джанардан Махарадж спросил, какое место подходящее, где я могу увидеть расу. И Ваман Госвами Махарадж ответил, этот мат очень подходит, никто не... И вот они, никто не понял, что, как... И о чем они говорили, хотят, говорили в открытую, и Ваман Госвами Махарадж понял, и Джанардан Махарадж тоже понял. Джанардан Госвами Махарадж спросил, где я могу построить свою самадхи, чтобы видеть расу, чтобы иметь в виду Нишанта Лилу во время арати, которая происходит, и Ваман Госвами Махарадж, он все понял, сказал, это место очень подходит для вас, а люди, находящиеся рядом, ничего не поняли, о чем они говорили. Саду, подлинный саду, он может понять сердце другого подлинного саду, как материалист, а материалист не может понять сердце подлинного саду, они могут ошибиться и совершить оскорбление. И вот каково настроение саду. А когда я пойму, что он находится вот в таком великолепном возвышенном состоянии, с полной бхавой, как это понять, я буду завтра говорить об этом, на сегодня время кончилось. Шлоку повторю еще раз из Расамрита Синдху. Рупа Госвами подведет меня, я не говорю от себя. Кхантирабьяртакалаттам вирактирамана суннатта Ашабандхо саматканья Намагани садаручи Асактистат гунакхяне притистат басатистале Иттадайо унубабаха Шурьято бхаванкуре яне. Again I can read. Кхантирабьяртакалаттам вирактирамана суннатта Ашабандхо самутканча навагане садаручи. Асактистат гунакхяне притистат басатистале иттадайо анубхаваха сурьято бхаванкуре яне. I can explain tomorrow. Випадо наива випадо, сампадо наива сампадо, випадо висваранам вишну. Сампадо Нараяна Срити, Сампадо Нараяна Срити, Ванча Калпатура Сикебасани Бхавача, Патитананг Пабана Бхавашна Бхьонаму.